давай. Жүгіріп жүргенмін балалар ұқсап дети организации, да? Республиканский вода шешілмейді жақын жер жоқ қой? Жіберіп тұр қой енді сіздер енді. Превышение на 40 км в час это 12 600 рублей. 12, мать его, 1600 рублей. Это, конечно, кромешный ад. Мне говорили, что тут, конечно, цены вообще, ну, в смысле, штрафы дикие. Нормально, да? Вообще так очень. Превышение на 40 км в час, иди подари стекло чувакам. Допизделся, нет? А? Допизделся? Да, да. Так. Ты рублями, что ли? Нет, 2000 рублей и 6 тысяч. Точно, на самом деле, 1600.
вообще в шоке, блядь. 12 тысяч рублей, блядь. Вообще ебануться. Теперь, значит, вот пока что в шоку потехали, потеряли, но у меня есть поправка, да. Ну-ка документы. Да-да. А почему превышаем скорость? А? Скорость, почему превышаем? Как вы ехали с машины? Вон машина, превышение скорости, она остановилась, и вы за ним ехали. Вон она стоит. Нет, вы же за туфуры же ехали. Я вот посмотри, машину дождался. Саша должен быть. Откуда едем? Сейчас губы вообще из Уфы. Так, Салмат. А шелковый путь, знаете же вот? Москва, Пекин. Дорогу по Салмат, да, ну да? Нет, механика. Ты вот же стоишь. Ты на машине поехали. Нет, ну нейтралка есть, но все равно на механике же тоже нейтралка есть. Так, сейчас. Обратились, да, о том, что... Так, российские жители имели здесь о том, что обращаются в Удалмалинский район, поскольку предоставлено марку. Все хорошо, правильно. Очень правильно. Вот, очень правильно. Так. Два штуки и второй. Все задумались. Вы, да? Оба получили. А сколько километров в час она едет? 100, ну, 200. 200 едет, да, до конца? А что здесь нет? Навигатор или как? Навигатор, мультимедиа. А? Мультимедиа, навигатор, там, что, музыка, да, музыка, вот фильмы. Да. Кожа, ну, все это реверсами, да, вот? За 3 миллиона еще, он еще и сам ехать должен, сам управлять. А это что за машина? Это Виктори. Как? Виктори. Вот он. А шины сколько стоит на них? Ну вот,
Редко? Очень редко. Только давай, удачи. В центре. Здрасте. Да, превышение. Сейчас покажем. Можно ваши документы проводить? А откуда едете? Шелковый путь едем. Шелковый путь. Москва, Пекин. А? Чего? Это у тебя что? Работает, да, камера, да? Да. А? Ну да, по дороге снимаем. Дороги, да? Виды красивые у вас тут. Да? Выключи камеру.